В Астрахани продолжается первенство и чемпионат СКФО по плаванию в 25-метровом бассейне. По итогам третьего дня соревнований дагестанская сборная завоевала 2 серебряные и 1 бронзовую медали. Адам Адамов занял 2-е место на дистанции 100 метров вольным стилем. На первенстве Руслан Гасанов завоевал серебро на дистанции 50 метров баттерфляем в чемпионате. В активе нашей сборной также 3-е место в мужской эстафете 4 по 50 метров. Участниками заплыва стали Адам Адамов, Руслан Гасанов, Гаджимурат Зарипилов и Юсуф Курбаналиев.